Всем привет! Меня зовут Аня Пошина, я преподаватель школы музыки Гитарда, и мы находимся на YouTube-канале магазина Музторг. Сегодня мы с вами разберем две песни, и я покажу вам, как одни и те же аккорды в разном ритме могут превращаться в разные песни. Песни у нас будут известные. Первая песня — «Батарейка», и вторая песня — «Hit the Road, Jack». Одна песня российская, другая зарубежная, но у этих двух песен абсолютно одинаковые аккорды. Меняется только ритм. Давайте сначала разберемся с аккордами в левой руке. Для того, чтобы удобнее было песни исполнять, мы будем использовать практически все аккорды на баре, чтобы избежать лишних движений в левой руке. Итак, первый аккорд. Называется он ДМ. Но будем ставить мы его не так, как привыкли ставить без баре, а именно в такой вот позиции. Ставим баре на пятом ладу и безымянный палец ставим на четвертую струну на седьмой лад. Все, это аккорд ДМ. Далее мы ничего не поднимаем, сдвигаем наши баре на третий лад и подставляем средний пальчик на третью струну на четвертый лад. Получается аккорд С. Опять же, мы не ставим его в традиционном виде, мы ставим его с баре. Дальше мы просто сдвигаем все, что у нас сейчас есть, так, чтобы баре получилось на первом ладу. Ничего не меняем, ничего не подставляем, то же самое. Вот был С, вот стал следующий аккорд, называется он Б бемоль или А диез. В разных песнях по-разному. И последний аккорд, хоть он и будет играться без баре, тоже движения в левой руке будут минимальны. Это аккорд А. Но в этой песне мы будем ставить его не теми пальцами, что привыкли, первым и вторым, а безымянным пальчиком на четвертой струне на втором ладу и средним пальчиком на третьей струне на первом ладу. Это делается опять же для того, чтобы не скакать. Просто сдвигаем пальчики, ничего не меняя, и у нас получается новый аккорд. Еще разочек. ДМ, С, Б бемоль, А. Вот и все. Эти аккорды подходят и для песни «Батарейка», и для песни «Hit the Road, Jack». Единственное различие – это ритм. Если вы хотите сыграть песню «Батарейка», лучше начать играть ее перебором. Какой перебор? То, что должно прозвучать на один аккорд. Сначала играем большим пальцем по четвертой струне, потом указательным пальцем по третьей струне, потом средним пальцем и безымянным мы должны сыграть две струны, первую и вторую. И далее возвращаемся опять указательным пальчиком на третью струну. Если называть пальцы правильными названиями, которые используют все люди, которые играют на укулеле латинскими буквами, получается П, И, М, А вместе, дальше И. Так мы делаем на каждый аккорд. И можно уже петь. Холодный ветер с дождем усилился стократно. Все говорит об одном, что нет пути обратно. И так далее. Продолжение песни вы сами все прекрасно знаете. Что же касается песни «Hit the Road, Jack», ритм будет немножечко другой. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Как этот ритм сыграть? Также ставим аккорды. Первый аккорд ДМ. Сначала играем большим пальчиком по четвертой струне, а потом выполняем указательным пальцем движение вверх-вниз, вверх. Можете потренироваться. Самое главное, чтобы вот удары по струнам у вас были не ровные. Вверх короткий удар, вниз длинный удар. И вверх опять короткий. Получается такой пунктир. Бас, вверх, вниз, вверх. И так мы делаем с каждым аккордом. ДМ, С, Б бемоль, А. Естественно, песню «Hit the Road, Jack» играли очень много раз в разных темпах. Но если быть приближенным к оригиналу, то темп примерно такой. Hit the road, Jack. Если вы хотите сыграть медленно, пожалуйста. Hit the road, Jack. And don't you...
зависит на самом деле от вашего настроения. Я не рекомендую вам эти песни играть, если вы еще не отработали прием баре. Если вы только начинаете играть на укулеле, смотрите наши предыдущие видеоуроки. Там я подробно рассказываю, как правильно ставить баре на примере песни Wicked Game. На этом все.